выдающийся итальянский ученый, инженер, представитель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, родился в 1452 году. Да Винчи уже представлял себе создание роботов в 15 веке через анатомию человека. Леонардо нарисовал чертеж танка, но он не был реализован из-за ограниченности технологий. Да Винчи создал орнитоптер, который напоминает дельтаплан. Но особенностью является то, что он взлетает за счет движения крыльев. Он разработал инструкции по подводным погружениям, изобрел и описал прибор для погружения. Творите, мечтайте, познавайте. Спасибо.